Так, привет, народ. Снимаю сразу же серию. Не знаю, может, там у вас... Вот, извиняюсь, что я их начинаю пилить, но я просто увлекаюсь, как-то хочу довести. И слишком длинные. Длинные никто смотреть не ходит, поэтому их пилю на две части. Значит, так, для того, чтобы нам передавать энергию... Блин, а как я передаю энергию? Ну, что только по проводам, да? У меня по проводам идет. Я уже ничего не помню. Как тут, что тут так? Для этого... В смысле, блин? А почему ты не собираешь? Почему они у тебя иногда тут болтаются? Что тут забито? Нет. Или что-то... Ладно, на тебе, на три... А то ты не очень хочешь собирать вакуум чест. Можно вообще-то вместо вакуума честа в таком случае... МФЛ. Нет, это не вакуум. Это экстра утилитес. Экстра утилиты. Вот этот вот коллектор края. Может, он надежнее будет, как бы невзначай. Так, где моя любимая кирка? Ну, хотя бы любая кирка. Что-то без кирок тут лазаю. А, вот она это. Но это не кирка, это мультитул, но все равно я называю кирка. Так, ты не оправдал моих надежд. Так что ставим коллектор. Вот. Он, по идее, собирает, как там им управлять. Ой, за много, за мало. Так. Ну вот, тут хорошо. Вот. Надеюсь, после тебя тут валяться ничего не будет. Так, мне, значит, для этого надо Ender Chest. Я даже уже не по Ender Chest. Один штук, пожалуйста. Чего не хватает? Blaze этих. Ender chest. Рамка там всякие. Так. Это что у нас такое? А может он у меня есть? Ender chest. Есть у меня. Может, нечаянно завалялся где-то. О, есть. До края. Так. И тут, по идее, должен быть. До края. Нету. Дальше. В смысле? Штука. Ты меня не это самое. Не позорь. Я тут говорю, что ты тут все собираешь так красиво. А ты раскидываешь, понимаешь ли? Ну. О, еще тут валяется. Кидаешь, куда попало. И слушай. Это, конечно, спасибо. Но. Нет, эта штука что-то мне не очень нравится, как она работает. Так, три, значит, четыре. Что-то она не справляется. Так, отвлекает меня, понимаешь ли. Так, а где мой коллектор? Коллектор, иди сюда. Коллектор уже тут. Коллектор тут. Ты отдаешься, ты отдаешь. Так, у меня, чтобы это будет. Зеленый, красный, зеленый, белый, синий. Зеленый, белый, синий. Ай, мне какой зеленый, белый, синий? Мне еще один фундук нужен. Так, это что такое? Кто тут у нас работает? Красный, красный, красный. А, это Андер. Сундук края.
Это что такое? Стоп. Что-то у меня не то. Я уж давно не был. Идем край. Ват. У меня что, головы шкелетронов кончились? Ну, вообще-то может быть такое. Что-то не видать, чтобы там кто-то что-то строил, что-то делал. Эти есть. У меня головы кончились. Ладно. Штуку отключаем. Идем, включаем наш... этот же я отключил, да? Ты же отключен, насколько я помню. А как у меня? Чпок, вырубаю. Ну, пошли головы, да? Так, тут дело пошло. Это должен работать. Что-то я забыл, что у нас вот эти вот должны строиться. Так, я отрубил, и она не успела выпустить этого. Так, пошли сюда головы. Сюда не пошли. А где они? А, есть. Они тут копятся. Хорошо, головы копятся. С этим мы разобрались. Так, где мой ТПшник? Черт. Ага, дома. Так, видите, сколько непредвиденных всяких... Так, а если заесть, я не хочу... Как мне передать сюда какие-нибудь штуки? Так, вообще, ты за что отвечал? Зеленый, желтый, красный. Я уж не помню, что ты... штука. Ладно, так, поднимемся. Замочная. Так, сюда, значит, ставим сундук. Или АЕ-систему. Так, у меня что-нибудь рядом есть такое из энергии или еще что-то. Ничего рядом нет. Так, на расстоянии передавать энергию я могу с помощью двух систем. Так, это у нас называется система... Это что ли? Создатель предметов. Да, это Quantum Flux. Так. Это у нас... Сюда нажимает. Да, ё-моё. Это мы висим или чё? Вот, теперь... Quantum Flux. Реф-резонатор вытягивает энергию из пространства. Я вот не помню, он работает, не работает, он передает, не передает. Как он работает? Где у нас тут источник энергии какой-нибудь? Это для забираловки. Где у меня энергия? Мне надо источник энергии. Так, а тут лавовый генератор. Такой себе. Хотя почему розовый генератор? Генераторы поставить все. Генераторы. Так, что у нас есть? Кухонный генератор. Генератор выжившего. Кухонный. И есть на звездах. Звезды тут мне не подойдут, они меня будут дамажить. Генератор Нижнего мира. Звезда Нижнего мира. Тут мощная хрень, но она меня дамажить будет. Хотя, в принципе... Таитить ее налево.
Так, говорите, звезды нижнего мира. А блоки нижнего мира вы принимаете? Штука. Уж чего-чего, звездов у меня хватает. Звездей. Так, мне надо два ящика, да, два ящика. Или провести сеть, или еще чем-то. Мне надо тпшить отсюда туды. Так, тессеракт мне, значит, нужен в обычном. Эндер чест. Сундук края. А что у нас еще есть, кстати? Я ж так и не смотрел. Что у нас еще может тпшить на расстоянии? О том, о чем я не знаю. Не, рамка тессеракта. Мне надо тессеракт. Тессеракт есть. А, мне надо тессеракт. Тессеракта 2 есть. Так, это что у нас? Это у нас импорта. А мне надо, как он там называется, фигня, которая делает... так, тут шина импорта, шина экспорта. И что у шина экспорта? Неизвестный. Неизвестный димлит. А тут все забирать. Импорта, шина импорта, мне надо экспорт, шина, так, вот это, наверное, экспорт шина, шина, а мне шина экспорта. Так, ты, значит, перебор. Это, конечно, очень приятно, что я тут такое нахимичил. Ну. Так, тут красное. Тут что у нас? Экспорта. Экспорта. Мне тут надо было импорта. Все, ты импортируешь. А что у нас? Закончились димлиты? Как она называется? Неизвестный. Неизвестных нету. В принципе, их там полно. Этих димлитов. Мы же до них когда-то доперемся, да? По одной почему-то всех. Уже должно быть, да, много. Вот они все. Чего он их не видит? Шина, ты на связи? Устройство включено. Вот они ж димлиты. Ладно, не этим еще занимаюсь. Так, значит, тут я хотел экспорта. И так, подождите, забирает, отдает. Экспорт отдает. Я вечно их путаю. Шина экспорта. Сюда и тессеракт. Создаем канал 66, допустим. Есть у меня такой. 15, 60 есть. 666, значит, 1974, назовем его, как его, стекло, глаз, ПДФ, не, давайте назовем его Буилдер, ВЗДДВШИК. Так, РФ, так, ГАШ, РФ, Буилдер, вот. Я ж по нему могу и электро передавать, да? Ну да, Буилдер, окей. Настройки, режим предметов, только принимать.
только отправлять. Режим. Так, значит, ты не тут будешь стоять. Сорян, чувак. А, опять разломалось. Так. Тяжелая никодиста, жизнь самбиста. Так, где у меня энергии есть? Так, достаточно. Угу. Вот у меня есть. Так, карьер. Режим передачи только принимать. Только отправлять. Отправлять, только принимать. Карьер. Его надает сюда. Это тут все забирает. Шина импорта. Ага. Значит, мне надо вот это вот подключиться. И к энергии. Так. Блин, чё, где тут подрубиться? А у меня наверху-то там выход еще есть энергии где-то. Где-то ж должно быть. Так, тут энергия, тут... Вот эти ж как-то работают, да? Во. Во-во-во-во. Так, становись на тебя сюда. Ага, и хрен я там увижу, куда мне чего подрубать. Вот, а вы говорите, карьер подрубить. Минутное дело. Так. Тут. О. Ход-выход. Извлекать. Помещать. Всегда активен. Так. Тут шина экспорта. Тут экспорта, да? Или импорта? Экспорта. Так, и надо ее соединить. Значит, А что эта машина не работает?